Привет, все, иду обратно с магазина. Настроение в магазине никто не испортил мне. Все отлично, все нормально. Все, что надо было, все купила. Так что вот так вот. Ой, девочки, а девочки, припевочки. Если есть мальчики, вообще замечательные мальчики. Зайчики. У вас настроение-то хорошее хоть? Редко я выхожу в прямые эфиры почему-то. Сегодня я иду к своей подруге в ресторан «Вельвет». Думаю, там спеть пару песен, в прямой эфир выйти, для вас спеть тоже что-нибудь интересное. Вашу любимую Аллу Борисовну Пугачеву «Белый снег». «Белый снег, стрелок бей, одинокий ведь». Вот. В Уфе часто бываешь? Давно не была уже в Уфе, аж прям себя ругаю, потому что соскучилась безумно по родителям. Очень-очень-очень соскучилась. Но у меня, видите, все никак-никак не получается. Но я надеюсь, весной полечу. Очень хотелось бы. Вот. Спасибо вам большое за подсказки по поводу фотосессии. На какую тему мне сделать фотосессию. Интересные многие варианты были. Кто-то написал в стиле панк, кто-то в стиле ню. Вот так вот. Блин, у меня батарейка садится. Ладно, сейчас домой приду, заряжу, буду готовить кушать и выйду в прямой эфир.